детей, педагоги и родители приняли участие в большом спортивном празднике «Веселые старты», которые прошли на стадионе Химкинской школы номер 1. Соревнования провели в рамках проекта «Умные каникулы». Главное не победа, а главное участие. Ну и желаем победить сильнейшему. Главное – аккуратность, спокойствие и без слез. Удачи! В соревнованиях приняли участие химкинские школьники, которые этим летом отдыхают в летних оздоровительных лагерях. Мальчишек и девчонок веселых стартов поделили на равные команды, задача которых – быстрее соперников завершить испытания на полосе препятствий. По словам педагогов, соревнования – излюбленный вид активного отдыха среди учащихся. На базе лицея у нас проходят умные каникулы, где ребята не только занимаются спортом, но также еще учатся и посещают экскурсии, образовательные программы проходят, экологические отряды и так далее. Победители эстафет получили сладкие подарки, но главное – заряд бодрости и новые знакомства.